Привет всем! Хочу рассказать и показать на конкретном примере, что же такое скидки в России. Реально ли можно сэкономить или же это очередное надувательство? Итак, магазин Media Market. Как известно, Media Market прекратил свою деятельность в России и перед этим устроил грандиозную распродажу с суперскидкой. Давайте посмотрим на одну из таких скидок. Смартфон Nokia 8. Вы видите ценник, который гласит, что изначально телефон стоил почти 32 тысячи рублей и с учетом 15% скидки стал стоить 27 190 рублей. Да-да, как же. Смею вас заверить, что Nokia 8 в тот период нигде не стоила 32 тысячи рублей. Цена почти во всех магазинах была на то время 30 тысяч рублей. И только добренький Media Market взял и подарил потенциальному покупателю скидку в целых 15%. Да еще и на витринный экземпляр, повертев который в руках, я обнаружил, что в смартфоне не хватает лотка для сим-карты. Зато скидка на целых 15%. Ребята, ну вы что, быстренько берем, пока никто другой не купил. Yeah.